В рамках региональной недели в общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся прием граждан по личным вопросам депутатам Государственной Думы Российской Федерации Антоном Басанским. Наверное, один из таких основных вопросов – это переселение, да, из ветхого аварийного жилья. Ну, а в целом, если так разобраться, как началась региональная неделя? Ну, региональная неделя началась непосредственно, то есть с обращения граждан. Сейчас мы будем аккумулировать все наши обращения, которые поступили уже, то есть, я же сказал, в определенные блоки, и будем их выгружать уже в профильные министерства и муниципалитеты. Информация о предстоящем приеме граждан доводилась через СМИ и социальные сети региона и нашла достаточно большой отклик среди коломчан. Депутатам были рассмотрены обращения жителей по самым различным темам, от перенаселения из ветхого жилья до грязных маршруток. Любовь Голембиовская, Александр Фещенко, Магаданское время.